Добрый день, дорогие друзья. Сегодня я покажу, как скачивать в данной группе SpinTyros драйвер 51 RUS по укороченным ссылкам, ссылочки турбобита моды. С сегодняшнего дня мы начинаем их выкладывать. Вот первый мод, который у нас на последнюю версию игры SpinTyros 03.03.16 у нас идет CAVS 685. Можете скачать. Видите, здесь написано ссылка на скачивание мода под видео на канале. На моем. Так. И также есть ссылочка на пиратку этой же версии 03.03.16, которая играет через Steam. Регистрируйтесь в Steam. Скачивайте игру. И можете устанавливать моды, карты с друзьями и кататься по сети. Находить друг друга, добавлять друг друга в друзья и кататься по сети на данной версии 03.03.16 через Steam по сетке. Устанавливать моды и также на этих модах гонять. Единственное, что версия игры и версия мода, то есть, должна быть одинаковая. То есть 03.03.16. Так, теперь покажу вам, как качать. То есть вот запускаете видео. Всем привет, друзья. Переходите на канал таким макаром, например. Или есть вот справа в разделе ссылочки. Также ссылка на мой канал. Ну, покажу здесь, потому что тут значок YouTube есть. Нажимаете, переходите. Наконец-то. Вот само видео. Начнем выкладывать потихонечку. Немножко вниз прокручиваете. Наши. Идет описание, публикация. И вот, пожалуйста, так, ссылки. У нас будет это ссылки на группу, который укороченные. И вот идет ссылочка на скачивание мода. Будет ссылочка. Это ссылочка на видео, где игра, как она устанавливается, и ссылка на скачивание данной игры. Внизу, кто надумал или у кого есть канал, то есть можете вот, пожалуйста, скачивать. Бандикам для записи видео игры и записи. Александр Ломака. И записи. Александр Ломака сделал после нас автобус, мы просто его не. Так. Забыл, о чем говорил. То есть ссылочка на видео, как это все устанавливается. И укороченная ссылка на скачивание. Тут также ссылка на видео. И на скачивание. Вот эта укороченная ссылочка. Как качать по укороченной ссылке? Вот мы зашли на канал, идет видео, нажали, развернули здесь вкладочку, ссылка на скачивание мода, нажимаем, переходим вот на такую ерунду. Это укороченные ссылки сайт, как бы ничего здесь не делайте. Если даже у вас и выскочит, например, тут окошечко с картинками, там несколько будет картинок, как код. Например, там укажите картинки с салатом, то есть выберите их, нажмете ОК, там, или как там что-то внизу появляется, там горы. Внимание! Горы эта игра рекомендована только лицам старше 18. Это не вирус, это элементарная ерунда. Тут ничего не нажимайте, просто ждете время, тут 5 секунд, нажимаете пропустить рекламу. Нажали. Попали на турбобит. Видите, скачать файл бесплатно, простое скачивание, это бесплатное скачивание, нажимаете, здесь ничего не ставите. Если хотите скачать очень быстро, то можете купить турбобит доступ, но можете подождать немножко и скачайте все это бесплатно. Смотрите, есть деньги, позволяет, как бы можете качать с турбобита быстро. И нет денег, сидите, ждите. Так, в итоге
Нажимаем. Вы это можете ничего не заполнять, чтобы бесплатно скачать. Нажимаете, чуть-чуть прокручиваете, нажимаете «Спасибо, не надо». Выскакивают окна всякие, убираете их, ставите галочку «Я не робот». Или, может быть, здесь будет какой-то код. Введете код, например. Сейчас наш интернет заполнен всякой шляпой. Тут, видите, всякие окошки выскакивают. Ничего не нажимайте, все будет хорошо. Вирусов тут никаких, например, лично я не ловлю. Многие люди тоже, которые скачивают здесь, ничего страшного. Просто нажимаете «Скачать», ставите «Я не робот», если есть, например, ввести какую-то, какие-то цифры, там, код с картинки, вводите, ждете минуту, и у вас открывается ссылка на скачивание. То есть можно даже тут щелкнуть еще. Скрин сделать, добавить. Ждете минутку, и все, и появляется ссылочка. Уже качайте. Вот видите, скачать файл. Просто нажимайте на него. Скачать файл. Все эти всплывающие окна закрываете. Вот у вас, пожалуйста, идет закачка данного мода. Так что всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь в группу. Также можете оказать пожертвования для развития канала и группы, потому что, сами понимаете, время убиваем много, техника летит, хочется сделать побольше, но иногда возникают проблемы, даже в том же самом смысле, что финансовые, поэтому есть возможность внести пожертвования, вносите. Будем очень благодарны. Спасибо вам огромное. Все, подписывайтесь на канал. Всем пока. Спасибо. До свидания.